Ашкин, привет! Привет! Всем привет, друзья мои! Бугену хичи чекмедем видео. Ама, шимты был заманвар чекмек керекму. Друзья мои, посмотрите, что делает Ашкин. Вот такой прополиус мы готовим лекарство. Его очень сложно измельчать, поэтому я его и сколько времени не могла никак приготовить. Про это от всех болезней. Мы спьем со Ашкимом, и мы никогда не болеем. Уже у нас нет ни гриппа, ничего. 4 года. Вот такие кусочки прополиуса нужно мелко. А потом вот в блиндере. Правда, блиндер немножко портится. Ну, а здесь мы смешали тыквенные. Видите? Тыквенные семечки. Ну, и потом добавим все ингредиенты. Он решил мне помочь, потому что я вот занята. Смотрите, что приготовила ему. Такое блюдо. Приготовила мужу фрикадельки. Вот посмотрите, решила и петрушку положить сюда, и картошку, еще там булгурный плов полно у нас. И вот смотрите, чем он занимается. Это очень трудно, но он все как аккуратно делает. Все так, то капешки, то всего. Куланды. Сейчас это все, да. В общем, друзья мои, вот такой вот у меня муж. Вы просто его не видите, что, чем мы делаем сейчас. И он не против, чтобы я его снимала. Вот. В эту смесь добавили еще мед и все перемешали. Все готово. Теперь я переложу в банки. Будем со Ашкимом по чайной ложке. Каждое утро. И вот прямо в рот ложить и посасывать. Оно все... У меня начинается сразу чихание, очищение всей полости рта и носоглотки. И вот очень полезный эффект дает. Делайте вы тоже, если у вас есть пропополис. Чем сегодня я занималась? Вот наша елочка. Красивая, не так ли? Сняли все красные, вот решили ее разукрасить, нашу красавицу. Игрушки тоже классно смотрятся, смотрите. Но нету лучше, у нас же еще маленькая елочка. Все равно нам весело, уютно, Новый год. Это особенно снежинками, красивые игрушки. Вот так вот у нас игрушечки, елочка готова. Что я хотела вам показать, мы же рамки купили, один вечер Ашкым сел, и посмотрите на меня, на мою толстушку, сам выбрал и поставил эту фотографию сюда. Это, говорит, кто говорит, мне спрашивает, кто говорит это? Говорит, шишко Света, полненькая Света, но он все равно любит меня такую. Вот такая я была на свадьбе, а потом решила заняться собой. Поменял также... сыночка поменял, поставил рамочку, и эта ему фотка приглянулась. Вот эта фотка приглянулась ему, и еще вот эту вот выбрал. Я хотела в эти рамки, знаете, что хотела? Вот такие вот у меня от мамы остались, а мама мне передала. А он быстренько оприходил, но думаю, пускай расхочется ему, чтобы эти фотографии здесь стояли. Мы еще купим. Рамок полно. Так что вот пойду посмотрю, что он делает там. Балкон дагерстериджес. Балкон покажу вам, что мы сегодня сделали. Помогал мне Ашкым. Вот. Постелили опять ковры. Думаю, все равно сейчас мы их отдавать, стирать не... Пускай они здесь лучше будут. Намокнут намного. А это моя страшная кастрюля, которая вчера сожгла. Я не знаю, чем ее отстирать. Так, еще вот я все перестирала. Вот так вот положила стульчики. Ашкам сен мутлумусун. Ашкам сен мутлумусун. Я говорю, ты счастлив, Ашкам? Очень, говорит, счастлив. Вот никак не закончу. Сейчас вот это надо поставить в печку. И разобрать по баночкам, спрятать. Селям соли.
Привет. Так, мои, ну, хорошие. Мои хорошие, да, уже молодец. Спасибо за то, что сейчас я переверну, себя покажу. А вот и я. Спасибо вам за ваши комментарии, которые вы оставили после видео, где мы в прямой эфир вышли. Мы очень рады, что вам понравились. Мы естественные, какие есть в жизни. Вот так мы бесимся целый день. Сашка, я вам слова сглазить. Ашка, мач сен фурин? Открой духовку. Ач. Ода ач. Ода ач мы? Бурада бер. Телер гие койман лазым, бу телер. Алттан насып шишек? Вот так. Все, поставила в духовку. Почему мы начали готовить этот прополис? Я вам сейчас скажу. Сейчас пришел, я пью кефир сегодня. Рыбу у меня было, но я сегодня не выпила рыбу. Не выпила, говорю, не поела рыбу. У меня сегодня в рационе два яйца. Сяду чуть-чуть, отдохну и поговорю с вами. У меня сегодня в рационе два яйца, у меня отварная рыба и литр кефира. Но у меня была курица, которая не съела тогда, и я ее поела с яйцами. И уже я устала. Ну, не то, что устала. Суббота, воскресенье, да, все дома. А то у нас никого дома нет. Каждый день. Так, на новости главные. Пришел этот наш КПД, сторож. И сообщил нам такую новость, что в нашем СИТе уже 3 семьи больных коронавирусом. И даже на нашей стороне, и 2 с той стороны. 3 семьи закрыты на карантин строгий. И Ашка им говорит, быстро, где твой прополис, когда, говорит, его нужно пить, тогда, говорит, ты не делаешь. Я говорю, ну я сейчас сделаю обед, мне некогда. Ты, говорю, попробуй, как это нелегко. Он говорит, что тут может быть нелегкого? И вот когда резал прополис, вы сами видели, он такой вот очень, как камень. А я раньше его терла через терку, вот мучалась. Он прилипал к рукам, все. А этот очень удобный метод я нашла. В маленьком блендере. И вот у нас уже готово. Все почти он приготовил, я только командовала. Так что сейчас тоже сделаю. Я утром начала грейпфрут с гранатой. И вы, кстати, начала принимать эти витамины. Там и цинк, и омега, и все. Я аллергичный человек, поэтому и ботокс боюсь, и все делать. Потому что я очень аллергичная. И я хотела начать принимать витамины. Не все могу принимать. Что я сделала? Я маленький кусочек отрезала, выпила. 2 часа прождала, посмотрела, что нет, и вторую порцию выпила витаминов. Так что, когда что-нибудь принимаю, я всегда делаю так. Ну, естественно, супрастин под рукой, если вдруг что, сразу оказать себе помощь. Так, сейчас я... Кушать готово, на час поставила. Думаю, оно будет сейчас. Сейчас скоро я так хочу лечь, полежать. Хочу бабочке позвонить, новости узнать. Сегодня с ней не получилось поговорить. Ну, вот такие вот у нас дела. Одно и то же каждый день. Но я знаю, что многие, очень большая часть вас любит нашу семью. И мы стараемся для вас. Смотрите, какая еда у меня получилась. Вот сейчас... Красота, правда? На 2 дня сказала, будешь кушать. На 2 дня будет кушать. А сейчас здесь плов мой. Разогреваю. Не знаю, поест он или нет. Он же такой вредный, не ест на второй день. Вчера он ел в кантоне и дома не готовила я. Вечером себе ночью, знаете, что пожарил? 3 часа ночи. Вы, наверное, видели видео, я сняла. Грибы пожарил с бастурмой и пиццу поел всю, молодец. Приучаю Ашкима постепенно. В общем, вот такой вот у него будет ужин вкусный. Приятного ему аппетита. И вам приятного аппетита, если вы сейчас ужинаете.
Nasıl yemekler? Bugün değil mi? Afiyet olsun aşkım. Сидим с Ашкымом. Сегодня предпоследний день моей диеты. И решили попробовать таких шоколад. Знаете что? Они какие-то необычные. Посмотрите. Внутри. Что из себя представляют? Вот видите? Клубника. Ну, ничего особенного. Такой с кисленькой. Вот эти вот открыли. Мандаринки я поеду. Красивые. Попробуем какие. С кофе пьем. Ашкин вон сигары делает. Кушает конфетки. Любит конфетки Ашкин. И смотрим, Ксения Маякова какая-то тут. Так хорошо говорит на турецком. И я аж захотела научиться так. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.